Hi everyone. Now I will tell you how police officers from my city, from Russia, from the province Krasnoyarsk territory, beat me and threatened me in 2018. Сейчас я расскажу тебе, как полицейские из моего города, из России, из провинции Красноярского края избили меня и угрожали мне в 2018 году. Мне сказали снять побои, которые я получил от одного, ну, хулигана, можно сказать так, не будем об этом. И я должен был прийти в полицейский участок после этого. I was told to take off the beatings that I received from one well hooligans can say, so let's not talk about it, and I had to come to the police station after that. Иначе говоря, я был жертвой побоев, я был избит. И я нуждался в помощи, и я пришел в полицейский участок, где ко мне относились очень грубо, спрашивали у меня, принимал ли я что-либо, или потому что я был в сильном, ну, адреналин у меня был, выделялся из-за того, что меня избили. И я не мог сидеть на месте, я просто ходил там по коридору, и им это не нравилось. Saying I was a victim and beatings and I was beaten and needed help and I came to the police station where they treated me very rudely, asked if I was taking to clean anything or because I was in a strong well, the adrenaline was released from because I was beaten. I could not sit still. I just walked down the corridor there. She didn't like it. После того, как я снял побои, я пришел в назначенное время в полицейский участковым. И ждал там в очереди несколько часов, после чего вышел один из участковых и, ударив меня по плечу, сказал, чтобы я пришел в следующий раз, что разберемся там. After I removed the beatings, I came at the appointed time to the police station and waited there in line for several hours. After which one of the precinct officers came out and hitting me on the shoulder told me to come next time that we'll figure it out there. Таким образом, первый раз я впустую пришел в полицейский участок к участковым, ничего не получив и даже прождав много часов. В следующий раз я пришел, было то же самое, только я слышал, как из их двери они очень грубо разговаривали с каким-то человеком, называя его крысой. Называли. So the first time I came to the police station empty without getting anything, and after waiting a few hours, the next time I came it was the same, only I heard from how they talked very rudely to some person from these doors. The police called him a rat. Я
Так я приходил несколько раз в это нужное место, где находятся эти участковые. И все время было впустую, я ждал в очереди несколько часов. Очередь была даже из одного человека, и все равно меня не пускали. Так я приходил несколько раз в это место, и там меня не пропускали. Я ждал в очереди очень много часов, хотя человек было очень мало, которые стояли в очереди. So I came several times to this place, and there I was not allowed to pass. I waited in line and a lot of hours, although there were very few people who stood in line. И 7 июня я пришел и тоже ждал очень много часов. Наконец, полицейская сказала мне пройти в кабинет, где было несколько участковых. Я прошел к ним в кабинет, они закрыли за мной дверь, и я дал им свой паспорт. Затем один из них оскорбил меня. Я встал и стал уходить. А он... Так. On June the 7th, I came and waited a lot of hours. Finally, the police officer told me to go to the office where there were several district police officers. I went into the office. They closed the door behind me and I gave them my passport. Then one of them insulted me. I got up and began to leave. Я был заранее уверен, что они будут очень грубы со мной. И поэтому я взял в карман свой телефон и поставил на запись, чтобы, если что, использовать это против них, их хамство. Он узнал, что у меня телефон, и он сказал, у него телефон, он сейчас нас записывает. И приказал своему помощнику задержать меня. I was sure in advance that they would be very rude to me, and so I took my phone, Yana, into my pocket and put it on record so that if something could be used against them and rudeness he saw, he found out that I had a phone, and he said he has a phone number. He is now recording and ordered his assistant to detain me. Данный помощник, то есть участковый, он был новенький. Он стоял у двери, и он схватил меня за шею и бросил на пол. Я упал, и они стали вытаскивать у меня из кармана мой телефон и шариться у меня в карманах, хватать меня за рот, за шею. Там их было много человек в кабинете. Assistant, that is the district police officer. He was new. He stood at the door and he grabbed me by the neck and threw me on the floor. I fell and they began to pull my phone out of my pocket and rummage around in my pockets. Okay.
Один самый старший из них стал бить меня в область печени, но он не попадал, он попал по ребрам. И я стал кричать «помогите», я кричал «помогите» несколько раз. Их начальница была буквально в соседнем кабинете с открытой дверью и могла бы прийти на помощь мне, если бы захотела. Began to beat me in the liver area, but he did not hit me in the ribs, and I began to shout, help, I shouted help several times. Their boss was literally in the next office with an open door and could come to my aid if would like. И когда я стал кричать «помогите», их начальница подошла к двери, и этот участковый, улыбаясь, сказал ей, что все в порядке, и закрыл дверь на ключ. Затем он резко повернулся ко мне и ударил меня в кадык кулаком, отчего я почувствовал сильное удушение и потерю сознания. Очнувшись, я пришел в себя, лежа на полу, у меня все было отнято, все, что было у меня в карманах, и телефон. И мне приказным тоном сказали сесть на диван, и дальше надо мной словесно издевались и угрожали. Это первая часть моего рассказа. And when I began to shout help, their boss came to the door, and this district police officer said with a smile that everything was all right and closed the door with a key. Then he turned sharply to me and hit me with his fist. For everything was taken away from me, everything that was in my pockets, my phone, and I was told sit on the sofa in an orderly tone, and then verbal mocked me and threatened. This is the first part of my story. Я закончу первую часть этого видео рассказа на том, что я был насильно задержан в их кабинете. Я подвергался оскорблениям, постоянным унижениям и угрозам. И дальше я расскажу подробнее. First part of this video of the story that I was forcibly detained in their office. They I was subjected to insults, to constant humiliation and threats. In the second part, one will tell you more. Эти очки, которые сейчас на мне надеты, это очки до того времени, когда меня избивал этот хулиган. Он в том числе разбил мне очки, они посередине потрескавшиеся. Я их вынужден сейчас носить, потому что мои новые очки просто сломались
ну, душка сломалась просто механическим образом. Я жду до пятницы, когда ее восстановят, вынужден пока что в этих ходить. Потому что я вообще ничего не вижу без очков. I'm telling you now, I'm wearing these glasses until the time when this bully beat me up. He also broke the ball and not in the middle, the cracked ones. I have to wear them now because my new demand glasses have broken. Well, darling, broke just mechanically. I wait until Friday when he is stopped. I have to walk in these for now because I can't see anything at all without glasses. Thank you for watching. The next part video I tell this story, this bad story. It's true. Okay. Thank you for watching.